Байкеры и скутеристы – это те, кто почти голый босс и идет навстречу опасности, отчаянно ныряя в потоки машин. Защитной амуниции многие двухколесные гонщики пренебрегают, а потому, даже если такого смельчака зеркалом заденут, то здесь чаще всего не избежать серьезных последствий. Дорожные инспекторы, ссылаясь на статистику происшествий, утверждают, каждый третий ДТП с мототранспортом происходит из-за лихости подростков. Зарегистрирован один случай гибели молодого скутериста и 33 травмы. День сегодняшний принес новые цифры и факты. С начала года на территории нашего региона уже зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на мототранспорте, в результате которых один несовершеннолетний погиб и 33 получили травмы различной степени тяжести. В 17 случаях таких дорожно-транспортных происшествий вина в совершении происшествия усматривается именно у юных водителей мото.